Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции вновь провели акцию «Засветись», направленную на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Автоинспекторы напомнили юным пешеходам и их родителям, как работают элементы с эффектом световозвращения и почему их нужно носить в темное время суток. Дорожные полицейские подарили всем участникам акции световозвращающие наклейки и браслеты, а также тематические листовки.